Первичная медико-санитарная помощь в шаговой доступности. В Самаре открылся новый офис врача общей практики, филиал городской поликлиники номер 14. Офис разместился рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Ипподром-Арена». Его открыли благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Его задача – сделать врачебную помощь более доступной и качественной. Ну, там остановки 4 было, а мы сейчас здесь пешком. Здесь у меня вся семья обслуживается. Мы очень довольны, благодарны руководству, министерству, главному врачу. С работой нового отделения познакомился министр здравоохранения Самарской области Михаил Радманов. Здесь он дал старт прививочной кампании от гриппа, показав личный пример. Это существенно приблизило амбулаторную поликлиническую помощь для населения. Здесь в микрорайоне проживает около 5000 граждан. Мы по поручению губернатора продолжаем расширять сеть амбулаторно-поликлинических учреждений и города, и области. Один мы открыли 5 лет назад на территории 6-й просеки. Опыт работы этого офиса показал его значимость, и мы решили использовать этот опыт. Офис обслуживает 3600 жителей ближайших домов. В нем работают 2 врача общей практики и 2 медсестры. График работы с 8 утра до 8 вечера. Офис оснащен современным оборудованием. Кроме того, теперь жителям не нужно ездить в поликлинику, чтобы записаться к узким специалистам. Сделать это можно прямо здесь. Здесь будет оказываться врачебный прием, соответственно, забор анализов. Значит, будет сниматься электрокардиограмма. Вакцинация. Проводится также диспансеризация. В ближайшее время в офисе появится педиатр и гинеколог. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Григорий Пешаков. События.